Отметить вьетнамский Новый год приглашают всех желающих в Ботанический сад Тверского государственного университета. Традиционное новогоднее блюдо в каждой вьетнамской семье – пирог банчин. Ингредиенты необычные – клейкий рис, бобы и свинина. Пирог варится на медленном огне 12 часов, и даже ночью необходимо проверять готовность. Упаковка такого пирога – банановый лист. Он придает рису светло-зеленый оттенок. Блюдо получается квадратной формы. Перед подачей его разрезают специальными нитями. Есть и другая традиция – корзина 5 фруктов, символизирующая богатство и достаток. Если совместить название каждого фрукта, получится пожелание всей семье. Например, бананы внешне напоминают объятия, у винограда ягоды плотно прилегают к ветке и символизируют сплоченность. У фруктов есть и еще несколько значений. Они одновременно и элементы, из которых состоит наша Вселенная, и члены семьи. Также важная часть вьетнамского Нового года Тет – ксилогравюры Донг Хо. Их изготовление – полностью ручная работа с использованием природных материалов. Когда наступает Тет, как вьетнамцы называют Новый год, старые картины снимают и вешают новые. Это означает, новое благополучие сменяет старое. Гости сада всегда могут узнать о традициях, а на этой выставке удивительной, которая посвящена восточному Новому году, но именно в вьетнамском традиционном стиле, можно как раз поговорить об этноботанике, о том, как когда-то люди, зная природные явления, зная свойства растений и окружающего мира, создавали мир вокруг себя. В Ботаническом саду можно не только увидеть картины и праздничное облачение, но и сфотографироваться в национальных вьетнамских костюмах, а также узнать о традициях устройства домашних алтарей и фруктах, которые возлагаются на них к празднику Тет. Анастасия Налетова, Алла Ратманова, Максим Абаимов, Вести, Тверь.